20 июня 2024 года, Монголия, Улан-Батор, Дацан, в центре Улан-Батора. Ну, не в центре, а может быть чуть сбоку. Это я сейчас нахожусь на задворках и буду выходить. Сначала старое здание, потом справа там новое современное здание. Слева здание монастыря. В общем, буддизм пришел в Монголию на смену шаманизма. Хотя здесь до сих пор где-то есть шаманы. Ну и вот такие монастыри. Внутри статуя Будды. Воина высотой 20 с чем-то метров. Будда воин. июня 2024 года. Огромная, конечно, статуя. Это маленькие за стеклом. Вот такой дацан. Народу много. Удалось зайти туда внутрь и снять. Что-то написано, непонятно что. Ну и сюда вот еще зайду. Тоже какие-то старые постройки. Видимо, это сам монастырь. И там уже ругаются, все ждут меня. Побежал. 20 июня 2024 года.